Святитель Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое. Гражданин. Видим в мире сем, что человек, где не живет и обращается, называется того града жители или гражданин, в котором дом свой имеет. Например, московский житель – москвич, новгородский житель – новгородец и прочее. Так истинные христиане, хотя в мире сем и обращаются, однако же имеют град в небесном Отечестве. Его же художник и содетель – Бог. Первое послание к евреям, 11 глава, 10 стих. «И того града нарицаются граждане. Град сей есть Иерусалим Небесный, который видел святой Иоанн, апостол, в откровении своем. Град злато чисто, подобен стеклу чисту, и стогны града злато чисто, яко стекло пресветло, и град не требуя солнца и луны, да светит в нем слава Бо Божия, просвети его, и светильник его агнец». Апокалипсис, 22 глава, 18, 21 глава, 18, 21 глава, 23 стих. «На стогнах его непрестанно поется пресладкая песнь «Аллилуйя». Апокалипсис, 19 глава, 1, 3, 4, 6 стих. «Ибо вне же пси и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители всяк, любяй и творяй лжу». Апокалипсис, 22 глава, 15 стих. «Сего прекрасного и пресветлого града истинные христиане называются и суть граждане, хотя и на земле странствуют. Они там обители свои имеют, туда они душевные свои очи и воздыхание возводят от странствования своего. Понеже во град оный не внидет ничто скверно, как выше видели мы, очистим себе, возлюбленный христианин, от всякой скверны плоти духа, творящей святыню в страсе Божией». 2 Коринфянам святого апостола Павла, 7 глава, 1 стих. «По увещанию апостольскому, да и мы, пресветлого оного града, граждане будем, и шедше от мира сего, внитить в него сподобимся благодатью Спаса нашего Иисуса Христа, ему же слава с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь».